Гравировка внутри кольца. Нажимаем кнопку Ring Insight. Появляется сообщение об извлечении тисков. Извлекаем тиски. Нажимаем подтверждение клавишу Start. Далее появляется сообщение об извлечении L-образного инструмента. Ослабляем фиксирующую гайку. Опускаем L-образный инструмент до положения ring. Фиксируем. И нажимаем подтверждение клавишу Start. Фиксируем округлое кольцо в ротационной оси. Затягиваем. Далее позиционируем рабочую область. В данной ситуации лазер показывает рабочую область для гравировки на внутренней стороне кольца. Нажимаем старт 2-3 секунды для подтверждения гравировки. Сейчас станок просит, чтобы мы закрыли защитный кожух. После этого пойдет процедура гравировки. Процедура гравировки закончена.